В Баренцевом море, где накануне затонуло рыболовецкое судно, усиливают поисковую группировку. Утром из Красноярска вылетел патрульный самолет МЧС Ан-74. Из порта Мурманска к месту ЧП направлен морской буксир. Спасатели уже обследовали 750 квадратных километров. На борту затонувшего траулера «Онега» находились 19 человек. Двоих подняли из воды. Причины ЧП выясняет специальная правительственная комиссия. По предварительной версии, судно затонуло из-за обледенения. В Мурманской области сегодня объявлен траур.